Всех приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Марк Марцинковский. Сегодня четвертый урок по компании Global Intergold. До этого, если вы еще не смотрели предыдущие три урока, обязательно посмотрите, потому что цель наших видеоуроков по хронологии, поэтапно, поступенчато прийти к успеху. Пацан, к успеху шел. Прийти к лидерству. Сегодня четвертый урок, и он называется у нас «Выступление». Когда вы уже получили опыт видеосъемки, когда вы уже получили опыт скайп-диалогов, когда вы сделали уже хороший образ, вы имеете право только после этого начать публичное выступление. Ура! Почему? Потому что вы получили опыт от вашего вышестоящего спонсора, вы уже более уверены в этом бизнесе, и вы смело можете идти и выступать. Итак, с чего советую начинать конкретно я? С живых сразу выступлений, я именно в залах, вживую, я не советую выступать. Первое, с чего начните, проведите хотя бы 2-3 вебинара для своей команды. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Лучше даже для вашего спонсора. То есть взяли слайды и провели 2-3 примерно презентации для вашего спонсора. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. После того, когда вы убедитесь, что у вас нет никаких ошибок, вы можете делать рекламу, делать ее в ВКонтакте, в Инстаграме, где угодно. И регулярно, постоянно проводить серии вебинаров. Это может быть тема маркетинга, это может быть тема развития и так далее, и так далее. Но лучше всего говорить именно о сути, о компании, о конкретике. Вот с этого момента попадаешь. Итак, вы сделали рекламу, заказали у дизайнера слайды. Еще раз повторюсь, друзья, я сторонник того, чтобы нанимать профессионалов, а не изучать все самому, потому что, чтобы вам стать хорошим дизайнером и самому делать крутые слайды, нужно потратить, ну, несколько лет, понимаете? То есть на это просто нет времени. Заплатите вы 1000-2000 рублей дизайнеру, сделайте себе фирменные крутые слайды и проводите презентацию на постоянной основе. Сэр, так точно, сэр. Если у вашего спонсора, либо вашей команде не куплена вебинарная комната, вы покупаете вебинарную комнату в начале на месяц и начинаете проводить на регулярной основе вебинары. Первое, вы их провели, у вас уже есть некий опыт, когда вы рассказали людям публично, у вас уже уходят страхи публичных выступлений. После этого вы уже можете акцентироваться и ориентироваться на публичные выступления в зале. Касаемо выступления в залах, конечно, вначале это просто страшно. Когда вы уходите, на вас смотрят люди, и у вас нет уверенности, у вас страх, вы думаете, что вы запнетесь и так далее, и так далее. Как это побороть? Вначале выступайте на небольших аудиториях, то есть старайтесь собрать там 3-5 человек, да. Вначале лучше даже делать это для своих, то есть собрать там 5 ваших знакомых или 5-10 и приехать куда-нибудь на студию и перед ними полчаса провести хорошую, нормальную презентацию. И уже от этого отталкиваться, записать себя на видео, посмотреть свои какие-то ошибки. И после этого вы уже сможете выступать, но опять-таки не одному. Когда будет конференция компании, либо с вашими вышестоящими спонсорами, договоритесь с ними, что давайте мы организуем конференцию, и после того, как ты выступишь, главный лидер, да, главный человек, который проводит весь маркетинг, чтобы вы тоже к нему пристроились. И хотя бы минут 15-20 на этом выступлении вы толкнули речь. Тогда у вас уже будет опыт, у вас будет уже уверенность, и следующее выступление вы сможете на постоянной основе проводить уже сами. Поэтому, что я конкретно советую еще раз, никогда не начинайте с последнего, не идите в большой зал, когда у вас нет опыта, когда вы еще ничего не проводили. Надо двигаться также хронологично, по порядку, как я обучаю вас в этих видеоуроках. Поэтому начните с малого, с малого. Может, вместо вебинара можете запустить пока трансляцию, там, в Инстаграме, ВКонтакте, да, чтобы у вас появился какой-то публичный опыт, чтобы вы не боялись людей. И после этого, когда вы уже начнете проводить живые конференции, у вас появится уверенность, у вас появится смелость, у вас появится новая аудитория, у вас появится авторитет, у вас появится куча фото-видео материала, где вы спикер. То есть в совокупности это даст вам огромный толчок вперед. Спасибо, друзья, за просмотр. Зарабатывайте деньги, золото и ценные бумаги в компании Global Intergold. С вами был Марк Марцинковский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До следующего урока. Спасибо.